Не очень это радует. Надеемся, ты уйдешь вместе с нами. Я думаю, что скорее всего нет. Даже наверняка. Я считаю, что все сфабриковано. Сфабриковано? Да. Что это очередная попытка репрессии в отношении анархистов. Вы не изготавливали взрывное устройство, да? Вас обвиняют в виноват? Да. Вы этим не занимались? Нет. Я ничего не подписывал, пока не пришел адвокат. Вот когда он пришел, я взял 51-ю статью. Просто поднимитесь. Давай. Нет, у меня не выпускают.